Звонок! Я имею право на звонок! Вы обещали! Да-да, я принесла. Что с вами происходит, доктор? Снова на вас жалобы. Топаете громко, мусор не выносите. Сосед ваш опять проснулся весь в специях и в фольгу завернутый. Потому что мне скучно, агент Стерлинг. Сижу у вас тут, как в тюрьме. Но вы и есть в тюрьме. Так вот почему у меня такая странная планировка в стиле студио и подъем в 6. Вы издеваетесь? Конечно, агент Стерлинг. В других камерах человек по 20 сидят. Поножовщина, антисанитария, песни красивые про голубей. Вы знаете, я зря потратил время в вашей тюрьме. Я требую перевода в банкетный зал. Куда? В общую камеру, по-вашему. Больше вы ничего не хотите? Очень хочу. Я хочу ходить в бассейн. У вас нет справки от психиатра. Зачем же в бассейн справка от психиатра, агент Стерлин? Вам на все нужна справка от психиатра. Вы псих. Я хочу издать книгу. Никто никогда не выпустит книгу ваших рецептов, доктор. Но там же есть и вегетарианские. Вегетарианцы – это тоже мясо. Без паники! Все проходим в бомбоубежище! Валера, ты сидишь в психушке в одиночке и звонишь в велосипедный звонок. А это уже первый звоночек! Ладно, доктор, я свожу вас в бассейн. Только если вы мне поможете в деле бостонского щекотателя. Вот его жертвы. Хорошо. Да, я помню, в прошлый раз вы тоже меня просили помочь и обещали мне майора. А принесли только погоны и удостоверение, агент Стерлин. Никто не имел в виду живого майора. А мне и не нужен был живой. Да вы поймите, весь Бостон замер в ожидании неотвратимой щекотки. Родители гипсуют своих детей. Ладно, я помогу вам. Устройте в Бостоне фестиваль щекотки. Тот, кто победит, тот и есть маньяк. Это гениально! Что я вам обещала? Бассейн, агент Стерлинг. Не наглейте, доктор. Стакан воды. Подождите, агент Стерлинг. У меня к вам просьба. Как вы утомили. Каждый день у вас какая-то просьба. Что на этот раз? Колесо! Мне нужно колесо. Хорошо. Ему-то за что? Он же вам совсем не помогает. Он прикольный. Я раньше почему маньяк был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я буду маньяк на велосипеде.